NX-C3 – это новая ультракомпактная камера со сменной оптикой, беззеркальная, или как они называются, еще компактная системная камера со сменными объективами. На сегодняшний день это самая маленькая беззеркальная камера с матрицей формата APS-C, то есть такой же, как у традиционных зеркальных фотокамер. Приходит она на смену предыдущей модели NX3. Таким образом, у нас на сегодняшний день в линейке две модели. Это NX-C3, младшая модель считается, и NX-5. Фотокамера оснащена поворотным ЖК-экраном. Здесь, вот в данном случае, на ней видно, установлена внешняя съемная вспышка. Эту вспышку можно снять с фотокамерой в том случае, если она не нужна. На ней установлен ультракомпактный объектив, ну, такое жаргонное название у него — блинчик, 16 мм, фиксированное фокусное расстояние. Также фотокамера предлагается с объективом 18-55, трехкратным зум-объективом. Выпускается она в трех цветовых вариантах. Это черный цвет, также есть традиционный серебристый цвет и ярко-розовый. Вот, например, можно ее здесь в таком исполнении увидеть. Ярко-розовый или ягодно-розовый, можно его назвать. Это камера установлена на объектив, можно так сказать. Это объектив с байонетом А от старших фотокамер зеркальных. 70-200, но по сути это профессиональный зум, который через специальный адаптер установлен на эту маленькую беззеркальную камеру. То есть можно вот таким вот образом снять. То есть это объектив от обычной зеркальной камеры, который через специальный переходник, адаптер, устанавливается даже на такую маленькую камеру, как NX-C3. Здесь также еще можно увидеть новую вспышку. Это новая внешняя вспышка, более мощная, чем стандартная. Стандартная вспышка обладает ведущим числом 7, а новая внешняя вспышка обладает ведущим числом 20, то есть, ну, можно сказать, в 3 раза более мощная. Также она обладает возможностью съемки в отраженном свете через потолок. То есть здесь эмиттер вспышки можно поднять вверх для того, чтобы снимать в отраженном свете. Данная камера появляется в продаже буквально на днях. Мы ожидаем, что уже в конце июня, начале июля она будет доступна в продаже. Вот в такой комплектации она будет стоить менее 20 тысяч рублей, ориентировочная розничная цена. В комплектации со стандартным трехкратным зум-объективом чуть более 20 тысяч рублей, 21, 21,5, 22. И еще есть комплектации с двумя объективами сразу, с компактным объективом 16 мм и с объективом 18-55. Такая комплектация будет стоить порядка 25 тысяч рублей. Помимо беззеркальных камер серии NX, мы представляем сегодня новую модель с полупрозрачным зеркалом. Ну, можно сказать, она выпускается в классическом дизайне зеркальных камер, однако технологически она отличается от зеркальных камер. Дело в том, что у нее установлено внутри не обычное зеркало, а полупрозрачное зеркало. Это, ну, английская терминология, называется Translucent Mirror Technology, или технология полупрозрачного зеркала. Дело в том, что это зеркало, оно не просто отражает свет, оно отражает лишь часть света, а основную часть света оно пропускает внутрь на матрицу. Таким образом, при съемке это зеркало не поднимается, в этом нет необходимости. Что это дает фотографу? Это дает два основных преимущества. Во-первых, свет, помимо того, что попадает на матрицу, он попадает в видоискатель или выводится на ЖК-экран, то есть фотограф в режиме реального времени всегда видит то же, что видит и камера. И также это зеркало обеспечивает непрерывную работу системы автофокуса, то есть часть лучей отражается на датчик фокусировки, и система фокусировки, традиционная для зеркальных камер, так называемая технология фазовой детекции, этот автофокус работает непрерывно, постоянно. Это дает что? Это дает два основных преимущества фотографам. Первое – это возможность съемки с очень высокой скоростью. То есть, несмотря на то, что эта камера любительская, она способна снимать до 5,5 кадров в секунду с непрерывным автофокусом, очень точным, очень цепким. И кроме этого, поскольку эта камера снимает Full HD видео, то есть вполне может заменить серьезную видеокамеру, при этом в режиме Full HD видео камера в автофокус в зеркальной камере работает. Работает постоянно и непрерывно. Ну и как любая зеркальная камера, данная камера представляет возможность установки на нее любых сменных объективов, в том числе и профессиональных, как, например, вот этот объектив 70-200, то есть он может использоваться также с этой фотокамерой.
Кроме этого, мы сегодня показываем новый аксессуар, новую вспышку. Она, в общем-то, уже в продаже присутствует. Это вспышка с технологией QSB, она называется, или Quick Shift Bounce, или технология быстрого поворота эмиттера. Его очень легко, удобно можно перевести для вертикальной съемки в вертикальное положение. Вспышка очень гибко настраивается, то есть потребители, не только профессиональные, но увлеченные любители, оценят гибкие возможности, предоставляемые данной вспышкой. Еще бы хотелось упомянуть про новый аксессуар, внешний ЖК-монитор, который предназначен для любителей записи видео. Данный монитор совместим с любыми, абсолютно любыми видеокамерами и зеркальными фотокамерами, снимающими видео. Единственное условие – необходимо, чтобы видеокамера или фотокамера была оснащена внешним HDMI-терминалом, либо мини-HDMI, либо обычным HDMI-терминалом. Здесь на мониторе вы видите HDMI-вход, то есть по HDMI-кабелю передается сигнал, и на данный ЖК-монитор выводится вся информация, которую видит камера. Данный монитор питается внешней батарейкой, также можно подключить внешнее питание, например, от розетки. Устанавливается данный аксессуар либо на внешний башмак камеры, например, здесь можно установить его на зеркальную камеру вот таким вот образом. Либо можно устанавливать на внешнее колено. Собственно, что он дает? Ну, во-первых, большая диагональ 5 дюймов, разрешение 640 на 480, внешний выход для наушников. По сути, данный монитор дает детальную информацию о снимаемом видеоролике оператору и позволяет контролировать более тщательно контролировать процесс видеосъемки.